Спасибо огромное Дому культуры. Действительно фантастический магазин. Я не представляю себе, как ребята все это в условиях современной экономической жизни держат. И восхищен, и искренне, и поклон в пояс магазину Дом культуры за такое удивительное теплое место рядом с правительственной трассой, что, в общем, оксюморон. И тем не менее, это существует. Спасибо. Спасибо вам всем, кто сегодня пришел. Я скажу такую, я немножко расскажу об альбоме, а потом мы начнем играть уже. Я постараюсь паузы делать поменьше между песнями. 4 года назад в этом месте, культовом месте для московских музыкантов, не только для московских, состоялась премьера нашего альбома «Сезон охоты», первого альбома группы «Пчела Бэнд». Здесь было такое количество людей, что вот приходилось там кому-то стоять на приступочке. В этот раз мы решили немножко подсократить ажиотаж, тем более, что у нас за последний, вот за этот месяц, это уже третий концерт, и, в общем, как-то более камерно сегодня выступить. Какая история с альбомом «Акустический бродячий цирк»? Изначально формула нашей группы «Акустический пчела бэнд» это философия группы, это акустический бродячий цирк. То есть маломальски оснащенные хулиганы в джинсах, великовозрастные или помоложе, с акустическими инструментами, которые не путают ноту до диез с нотой ля бемоль. Иногда путают. Иногда путают, да. Даже участники нашего бессмертного коллектива иногда тоже путают. Но идея была такая, что это наборный ансамбль, наборная группа. То есть кто вливается, тот с нами выступает. И практически это было без репетиций. Но потом, когда каждый здравомыслящий слушает свои записи и отмечает большой процент лажи, то, конечно, ты начинаешь думать, что, может быть, все-таки философию слегка изменить. Может быть, это должно быть более структурировано и также шалопайски ориентировано, но все-таки более музыкально. И мы решили ограничить свой состав. Сегодня с нами не присутствует наш один из пяти ключевых наших музыкантов Денис Шильников. Он заболел буквально накануне. Вот, поэтому мы будем вчетвером, и мы скорректировали программу так, что не будет губной гармоники, практически не будет ее. И поэтому блюзовый сегмент нашей музыки сегодня не будет представлен полностью. Это будут в основном такие моторные вещи и баллады. Ну и что я хочу сказать, что вот этот альбом «Акустический бродячий цирк», второй наш альбом, вышел в прошлом году в апреле месяце, буквально год назад в клубе «Высоцкий», прошу прощения, это не реклама, была презентация этого альбома при аншлаге абсолютном, чего мы, конечно, были рады. В Доме культуры не срослось по времени, ни у нас, ни у этого замечательного магазина не срослось сыграть эту презентацию, и все откладывали сначала на осень, потом на зиму, в итоге доползли до весны нынешнего года. И решили отметить одновременно, здравствуйте, правильно сделали, что пришли, между прочим, ну, вот, попробовали не прийти. Вот. И решили совместить годовщину этого альбома и презентацию для магазина «Дом культуры». Марк Анатольевич Захаров позволяет себе выпускать спектакль и в течение года катать его и обзывать каждый спектакль премьерой. Мы подумали, а чем мы, в общем, хуже? Мы можем тоже себе такое позволить. Вот. Хочу отдельно сказать, это предмет гордости нашей группы. Этот альбом, благодаря внимательному прослушиванию ряда музыкальных критиков, один из которых присутствует здесь сегодня, Александр Волков. Спасибо огромное от группы. Да, этот альбом был включен, он вышел в апреле 2018 года, и в декабре 2018 он был включен в список 25 лучших отечественных альбомов, ну, которые не имеют отношения к музыке поп. То есть там и джаз, там и фолк, там и... Ну,
А вот, да, вот мне подсказывает наш директор, Светлана Петровская, подсказывает, что там и Гребенщиков, и ДДТ, но я бы начал с Алексея Семеновича Козлова все-таки, да, и Алексея Алексеевича Кузнецова и так далее. То есть там очень, очень хороший, грамотный, качественный набор авторов, музыкантов, и попасть нам в такую компанию было очень... Ну, мягко говоря, гордо, а по большому счету это нас взбодрило. Это заслуженно. Это, ну и дай бог. Спасибо всем. Народно. Всем еще раз спасибо, кто пришел. Мы сейчас начнем с двух-трех песен каких-то подготовительных, чтобы вы поняли, те из вас, кто никогда нас ранее не видел, не слышал. А потом перейдем к песням с этого альбома. Меня... Просто поставим его. Да, и уйдем курить. Да. И еще я должен сказать по скриптум. Светлана Петровская, наш директор, наш большой почитатель, друг и охранитель, оберег наш, призывает всех и каждого приобретать заслуги перед Отечеством, которые мы наработали в виде книжек, дисков, приобретать вот за тем столиком. Ну, а так, чтобы... чтобы не перебивать, да, чтобы не перебивать маломальски коммерческую жизнь магазину Дом культуры, то вот эти пластинки вы, если захотите приобрести, то вы будете приобретать у магазина Дом культуры. А у Светланы... А у Светланы Ивановны, да, да, можете по спекулятивной цене приобретать уже другие вещи. Да. Очень вам рады, спасибо. Я тянул время, если честно. Да. Я ждал. Ну ладно, все, да, мы можем. Ну и, коль скоро я сказал уже, что мы сегодня выступаем в несколько усеченном виде, с нами не будет, с нами сейчас нет нашего коллеги, друга Дениса Шильникова, то можно сказать, что первую песню мы посвящаем ему, тем более, что по смыслу оно срастется. Песня называется «Письмо с Аказией». Well,
Давай, старик, телеграфируй, я слышу, что не так, станцию финиш, вряд ли проспишь. Но мы не спешим, но как-то не улыбается, станцию финиш, вряд ли проспишь. Но ты не спеши, но как-то не улыбается, станцию финиш, вряд ли проспишь. Но я не спешу, у меня как-то... Называется «Камень в ботинке». Она открывает одноименный альбом. И альбом этот сольный, он не имеет к группе отношения, но тем не менее он существует, «Камень в ботинке». И песня эта, может быть, излишне метафорична, тем не менее напоминает о том, что у каждого из нас не только есть свой скелет в своем или в чужом шкафу, но и есть камень в ботинке. Бродячий цирк.
Идея альбома, как я уже и говорил, заключается в философии группы. Если у каждой группы должна быть или мифология, или философия. У нас есть и то, и другое. Поэтому мы начнем с философии, а потом и до мифологии дотянемся. Это кусочек Дэнши, кстати, между прочим. Да. Это Дэнши, который на репетиции забыл свой тамбурин. А мы им воспользуемся, да. На растерзание мистера тамбурина отдал. Негодяй. И сейчас мы начнем все это изображать вслух. Вы можете позволить себе танцевать, и даже на столах, если позволит вам администрация местная. Там стеклянные прилавки есть тоже, в принципе. Итак, акустический бродячий цирк. И рукоплещут огольцы, мудрецы. А иначе зачем в гости пожаловал, ах, акустический цирк? И на радость всем под куполом неба парит пчела. Будет веселье, бегут сорванцы, и публика станет глазеть, свистеть и смеяться. И ждать, как обычно, привычных затей, медведей, жонглеров, шутов всех мастей, млеть, ликовать, с ума скалить и восхищаться. И артисты уже готовы предстать в полный рост. Эквилибристы, главное не наступить на свой собственный хвост. Как на то и артисты, но на задних лапах не ходит никто. Нет дрессированных мышек в манто, и нет в шапито в этом марионеток. Так что же, от смерти к любви и к смеху от слез, эти черти горцуют, туркуют всерьез. И я обязательно всех их представлю, но позже. А пока что они скоморошат и жизнь возбуждают. И сердце бьется, иконоподобные клоуны пусть уезжают. Но цирк остается под куполом неба, парит пчела. История с этой песней. Уже альбом был записан, и всякий раз вот эта заноза в том самом месте, на котором ты сидишь, и не дает тебе покоя, и ты отслушиваешь этот материал, принесенный из студии, слушаешь и понимаешь, ну вот чего-то не хватает, вот чего-то, вот все равно, вот какого-то, да, какого-то компонента. Welcome!
Заходите, пожалуйста. Мы рады вам. Вас все ждали. Здесь продаются только пластинки «Пчела Бэнд» сегодня. Вот. И в конце концов, буквально, ситуация в студии была такая, что звукорежиссеры сказали: ребята, завтра разбираем барабаны, поэтому последний день, когда вы можете что-то дописать. Потому что они разбирают барабаны, дальше приходит какая-то другая группа, где-то там записывается, а мы в павильоне в другом уже записываем голоса. За ночь была написана песня, которую вы сейчас услышите. И буквально с листа мы ее записали, там с двух дублей записали в студии. Она определенным образом оживила альбом и придала тот необходимый витамин, который, как мне лично казалось, в общем, отсутствовал до того момента. И песня эта носит название «Увы». Хочется смеяться, не скажу почему, но я видел, оба дома изгоняли чуму. Увы, не помогло, увы. Элита в целом дрянь, зато они господа, а дураки уверены, дороги беда. Увы, и так всегда. Если б я был звездочетом, я бы предсказал такое. Но я жил себе счастливым в лучшем месте Москвы, и даже к идиотам обращался, но вы, увы, не помогло, увы. Я был к ним расположен, как к Иисусу волхвы, но им часто снился медный всадник без головы. Увы, не помогло, увы. Если б я был звездочетом, я бы предсказал такое, но одни спешат на волю, а другие в тюрьму, и кто из них быстрее, я до сих пор не пойму. Увы, пока что так, увы. А я дышу, как прежде, коль дела таковы, и счастлив жить надеждой видеть листья травы. Всем дано, увы. Чье-то отражение этот мим. Ни полслова он не скажет, но поведает, покажет, в чем сомнение, радость и печаль. И в конце дивертисмента
Там, где вслух аплодисменты, в воздухе повиснет невзначай. Все любили мимо, все любили мимо, так необъяснимо. Мимо все любили, мимо, все любили мимо, все любили мимо, так необъяснимо. Мимо все любили. Свете в полутени точен и графичен, и раним, и раним. Но когда лицо без грима, и когда душа без грима, уязвимый он все тот же мим. Я вижу, как женщина, извините, с опаской, да, вносит свое лицо в проем двери и высматривает. Я думаю, сейчас будет такой голос. Митя, домой! Ну, слава богу, к нам на концерт. Митя не здесь. Митя не здесь? Да. Сейчас песня... которая носит название «Это было вчера». Мы ее так часто играем на концерте. Она обычно звучит с губной гармоникой. Поскольку мы заложили в ломбард сегодня гармонику и поменяли на козу. Это, кстати, большой хороший выход из экономической ситуации. Какая-то гармоника, сдаешь в ломбард и козу получаешь. Покажи козу. Целую козу. Вот, это козу. Сделать хотел грозу, а получил козу. Да, да, это не к нам, нет, это к ветеранам. Да. Вот. Песня эта могла бы называться «Это будет завтра», но это было вчера. Это было вчера, и она о том, это расшифровка такая для русскоязычных россиян, о том, что чтоб с тобой хренового не случалось в этой жизни, забудь обо всем, выспись, и это было вчера. А я, главное, подумал, что ты сначала просто перевел песню «Yesterday». Не-не-не-не. Я не... Я другой. Я пошутил. Замороченный, как черт, усталый, как собака, я весь день спешу к себе домой. Какой-то левый симпозиум, фуршет, а там и драка. Слава богу, я ушел живой. Навстречу полиционер, тот еще путеводитель. Но не надо нам чужого добра. И я сказал, спасибо, друг, я сам и двинулся стремительно. Это было вчера. Это было вчера. Я видел.
видел мужика, тот крестился на Макдональдс. Я подумал, он хочет есть. А может, он слегка ветхозаветный буддист, но так хвала ему за это и честь. Я подошел к нему, дать денег, тот не понял, дал мне в морду. Я подумал, не буддист, ни хера. Прошу прощения за слово буддист, но ведь досадно, впрочем, это было вчера. Это было вчера. Спектакль, так себе пьеса, но режиссер была хороша. Я молча ждал такси, а публика и пресса вычисляли, как шалит моя душа. Потом театр сгорел, и господа актеры глушили горькую всю ночь до утра. Рыдали пышные дамы, а я не стал Гамлетом, но это было вчера. Это было вчера. Я снялся в фильме, Оскар был в кармане, я как бог сыграл почти все равно. Но какой-то придурок, конечно, во пьяни засветился дому в том кино. Я крепко вбил в него режиссерские гвозди, и премьера в срок прошла на ура. Вот только вместо Сирано случился Труффальдино, но это было вчера. Это было вчера. Так что порой труднее бывает улыбнуться, чем осваивать тхэквондо. Хотя я сам не часто убежден, что знаю, кто такая Марлон Брандо. Но если обухом по голове обрадуют внезапно и не рухнет прочь встречка ран, то есть резон дожить до завтра, чтоб сказать спокойно, слушай, это было вчера, это было вчера. Смеется и надеется, и просыпается с улыбкой на губах. А равновесие так зыбко, но воздух дразнит и опять манит. Ей слышится, ей видится и представляется чудесный мир, и в нем парит она, и в нем она парит. А равновесие так зыбко,
Сейчас исполняем, вот это то, что у музыкантов называется импортным и глубокомысленным словом сет-лист, мы фактически играем полностью весь альбом. Это то, как если вы его приобретете по спекулятивной цене в магазине Дом культуры, то вы воткнете в компакт-проигрыватель, и он точно так же, ну не так же по качеству звука, понятно, что отличается концертное исполнение, но по хронологии это будет звучать точно так же, потому что это некое выстроенное настроение, очень важное для... очень важное с точки зрения режиссера Андрея Тарковского, который фактически и записывал это кино. Сейчас песня, которая носит название «Бродячие акробаты». Песни этой много лет. В 98 году, можно сказать, с нее начался замысел. С нее и ряд других вещей, с рыжего альбома группы «Оптимальный вариант», с нее начался замысел группы «Пчела Бэнд». Мне очень хотелось играть акустическую музыку. И это редчайший случай, один из двух-трех в моей жизни, когда я не на свою лирику услышал с небес спущенную мелодию. Стихи в этой песне принадлежат знаменитому, фундаментальному, глубокому поэту-символисту Гийому Аполлинеру, который, если кто не помнит, во время Первой империалистической войны выпустил в окопе... Вы фотографируетесь? У них фотосессия, да. У Гийома Аполлинера была перебинтована голова, и во время Первой империалистической он выпустил, находясь в окопе, первую свою книгу поэзии. Она называлась «Алкоголи» и была выпущена аж тиражом на ротопринте. 15 экземпляров. И в итоге он стал знаковым, основополагающим поэтом для всей последующей мировой поэзии. Эти стихи в переводе удивительного человека с удивительной судьбой Михаил Кудинов, ну а исполняет группа «Пчеловент». «Бродячие акробаты». Стоялых дворов, мимо фруктовых садов, идут акробаты дорогой своей, через деревни, где нет церквей. Уже с утра покор на деревья им дарят плоды, награду за их труды. Мимо ворот постоялых дворов, мимо фруктовых садов, идут акробаты дорогой своей, через деревни, где нет церквей. И коврик, и гири, всего не счесть. Косолапый медведь, их испытанный друг, не детки собирая, а ходит круг.
белых садов идут акробаты дорогой своей через деревню, где нет мимо ворот постоялых дворов, мимо фруктовых садов идут акробаты дорогой своей через деревню, где нет, где нет церквей. Труднее всего в этой песне приходится Владу. Он там меняется тональность, и он... Это новая песня? Да, новая песня. Если кто-то знаком с творчеством малоизвестной в наших краях группы Beatles, то наверняка в курсе, что на альбоме «Сержант Пеппер» первую сторону пластинки винилового издания венчает песня, которая называется «Bane for the Benefit of Mr. Kite». Прошу прощения за мой английский. Все на бенефис мистера Кайта. Песню эту Леннон Джон, фактически слова ее полностью списал с цирковой афиши, купленной в антикварном магазине. Афиша имела отношение к 1861 году, когда в России отменили крепостное право. И по этому поводу какой-то бродячий заезжий цирк где-то выступал, была афиша, и там был тот самый мистер Кайт, который летал под куполом шапито натяжного и так далее. Кричал, что через 100 лет запустят первого человека в космос. Он знал, он фактически был Юрием Гагарином своего времени. Дело в том, что когда мы готовили этот альбом, который, рабочее название которого «Цирковой», чтобы не называть акустический бродячий цирк, вы понимаете, что музыканты между собой говорят там «цирковой альбом», там «деревенский альбом», про деревенский чуть позже. Вот было понятно, что без этой песни в русскоязычном изложении нам не обойтись, поэтому русскоязычное изложение случилось практически само собой. И точка была поставлена удивительным образом 1 мая в городе Берлине, когда совпала православная и католическая Пасха. И это было буквально года три назад, так совпало. И пьяные в дребодан немцы в 12 ночи, там чуть позже, славили православную Пасху, и я решил, что пора заканчивать с этой песней, и поставил точку. Сейчас вы ее услышите, она называется «Отвязный мистер через край». Что характерно, на пластинке своеобразная версия этой вещи. А что расскажи? Это ты расскажи. Нет, можно, это можно. Только вам по секрету и больше никому. Да, поскольку пластинка, которую мы сегодня представляем, была издана лейблом «Союз Мьюзик», их люди, да, их стюардесса, да, этот, как надевать этот самый жилет спасательный. Да. Мы хотели полностью ее издать, эту песню, на этом альбоме. Но «Союз Мьюзик» сказал нам, что это невозможно. Они даже связывались с правообладателями битловских песен компании «Sony Music». Как нам говорят, я верю, на самом деле, всему, что делает «Союз Мьюзик», я всему верю. Я вообще всему верю. Ну и было нам сказано, что песня эта не может звучать, потому что по притязаниям Sony Music, правообладателя этой песни, как и всех битловских песен, она может звучать только в оригинале, на английском языке, и аранжировка должна быть один в один просто, ну, копия. Вот. У нас аранжировка, ну, мы сильно не тревожили ее, практически все то же самое сделали.
но у нас русскоязычная версия. И поэтому нам сказали, эта вещь на альбоме не появится. И это было лишено всякого смысла для нас, потому что можно сказать, что эта песня одна из краеугольных для циркового альбома. Поэтому, ну, как известно, наш человек находит выход из любой ситуации. Поэтому мы взяли кусочек этой песни, коду, вывернули наизнанку. Каждый, кто приобретет в магазине «Дом культуры» этот альбом, это ощутит и поймет. Она просто реверсно присутствует. В течение 30 там, секунд идет этот кусочек коды этой песни битловской. Без слов. Потом она заканчивается словами «Отвязный мистер через край». Так что даже Пол Маккартни не узнал бы этой песни 100%. И дальше идет фрагмент нашей песни «Акустический бродячий цирк». И, в общем, такой коллажик получился, реприза. По закону Евросоюза полностью публиковать эту песню можно будет через 70 лет после ее выхода, после первой ее публикации на британской мове. То есть в 67 году 1 июня «Битлз» это издали. И стало быть, в 2037 году, 2 июня, группа «Пчела Бэнд» переиздает этот альбом с русскоязычной полной версией. То есть есть смысл долго жить, сами понимаете. Вот. Поэтому, да, сейчас мы сыграем ее. В общем, на концертах мы пиратским образом ее, конечно, подтыриваем деньги у Пола Маккартни, потому что он бедный парень, вы знаете. Вот. Но мы, ничего не получая за это, мы играем на концертах ее полностью. А на альбоме она вот вывернутым наизнанку огрызком. «Отвязный мистер через край». Спасибо. Спасибо. Спасибо Джону Леннону за наше счастливое детство. Уверен в том, что жив.
проволоке. Но не уверен в том, что жив. Сулят синицу в руке. Журавль в небе так строптив. Держать пытаюсь баланс. Снизу то скепсис, то грызня. Я не дышу, держать пытаюсь баланс. Сверху возня, и там не до меня. А здесь на редкость удивительный шанс зажечь хоть искру огня. Иду по проволоке, всех люблю, кого любил. Иду по проволоке, я всех забыл, кого забыл. И все ж скорее жив, душа налегке. Все, что томило, отпустил. Давай, томило. Нашей группы «Мой дурацкий колпак». Этот чудный колпак подарил мне чудак, длинноносый смехач Баламут. Да, действительно, спасибо Джону Леннону за наше счастливое детство. Дурацкий колпак. Thank you.
мудрецам. Но он всех веселит, покуда я сам не собрался к праотцам и к праотцам. Да только я не спешу, я дышу и смешу, тормошу, мне тоска нипочем. И любуются все, забавляются все дурацким моим колпаком. Этот чудный колпак подарил мне чудак, длинноносый избегач балабу. Он учил меня петь, не суждение иметь и носить мой колпак, не боясь слова «жук». Почему? Благодарен ему просто в солнце и в слякоть, и в снег. Мой дурацкий колпак мне во всем добрый знак, призван мой и мой оберег. Каждый выбрал свое, кто любовь, кто жилье. Я же выбрал любовь с колпаком пополам. Но у всех жизнь в лото, лишь не видит никто, как украдкой мудрец и дурак. Тихо просят меня, умоляют меня подарить мой дурацкий колпак. И рукоплещут огольцы и мудрецы, а иначе как? В гости пожаловал, ах, акустический цирк. Итак, четкий флейтист, он в душе футурист. Он слышит, где буги, а где Ференц Лист. И пацифист, он волшебную музыкой дышит. Рыжий скрипач, грач и хохмач, он так играет, хоть смейся, хоть плачь, но к нам он опять не пришел, и его не колышет. Ханука, китайский Новый год, Курбан-Байрам, Рождество ли, кто там разберет? Падам-падам. Смакует диезы перкуссионист, кошка искусан искусный басист, Харпер дует как бог, знает толк в коньяке и хинкали. И все эти черти смешные на вид чертят закон притяжения любви, дуркуют всерьез и иуга манятся едва ли. От их песен и басен звенят в разлет бубенцы, и солнце смеется, шатаются троны, слетают короны, но цирк, цирк остается. И бог улыбается перцем бродячего цирка и лишь хмурит бровь церковь, мечеть, костел, синагога и кирха. Но вновь и вновь под куполом неба парит пчела. Под куполом неба парит пчела. Пари, пари, пчела, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла. Над куполом неба пари, пчела. Над куполом неба пари, пчела. Пчела, пчела, пчела. Над куполом неба пари, пчела. Держу пари, пари, пчела, пчела.
как будто бы пора подводить итог. А только как-то глупо, лето впереди. Да и сам я люблю разбег веселых дорог, когда с утра жара, а к полудню дожди. И я сгребу охапку, сразу все, и быль, и небыль. Подкину вверх солнцепадом на лови. Я часто ошибался, но видит небо. Я никогда ни разу не ошибся в любви. И может огорошу, а может насмешу. Но я скажу нешумно и на ход ноги. Шутом пусть будет Бог, и Богом шут. И я спешу дышать, вдохнул. О, Господи, так выдохни и вдохнови. Пусть тот, кто ждет любви, дождется любви. И спасибо тебе, что полюбила меня и разделила со мной жизнь, душу, слово и звук. Мне повезло, я не жалел ни дня, что отдал тебе сердце и держу твою руку. И я сгребу охапку сразу все, и быль, и небыль. Подкину вверх звездопадом на лови. Я столько ошибался, но видит, слышит небо. Я никогда ни разу не ошибся в любви. Спасибо. Альбом «Пчела Бэнд», акустический бродячий цирк, перкуссионист, барабанщик Влад Зайчиков. Паганини флейты Евгений Изгодов. С нами нет сегодня, но на этом альбоме представлен Дэн Шильников, Харпер. Да, я хочу, чтобы мы передали ему свою энергию. Чтобы он выздоравливал. Спасибо. Золотой палец бас-гитары. Вот Паганини как раз где. И исполняющий обязанности Пола Маккартни в Российской Федерации Денис Кагарлицкий. И художественный руководитель и дирижер, директор цирка, автор и исполнитель Олег Челап. Спасибо.
Спасибо. Мы закончили альбом, но если у вас есть еще силы, мы собираем еще известное количество отборнейшего масла, так, чтобы вы не чувствовали себя одиноко. Ну, сильно не будем, конечно, партсобрание затягивать, потому что, сами понимаете, погода, да, вот. И, тем более, некоторые из вас, я знаю, записались на экскурсию в СБ Кутузова, но вы не знали главного. СБ Кутузова находилась здесь, в магазине «Дом культуры», да. А вот ранее магазин пластинок находился в избе Кутузова. Вот, теперь такая вот история, поменялись. Сейчас сыграем несколько песен с нашего первого альбома «Сезон охоты». По-моему, он тоже здесь представлен в магазине, а если нет, то у Светы Петровской вы можете приобрести. Один есть, я тебе давал. Я свой отдал. Вот. Ну, хорошо. Сейчас песня, которая не имеет никакого смысла, хотя смысл в ней глубочайший. Написана она была секунд за 15 на эскалаторе московского метрополитена. Песня с названием «Видела бы мама, как ты целовалась в метро». Мелочи, улыбка сверчка, она на самом деле в ожидании смычка. Она любого заводит с полуслова, с полутычка. Она на черное не станет, знает, выпадет зеро. Она играет, но не так, ходит с карты таро. Не видела бы мама, как ты целовалась в метро. Не видела бы мама, как ты целовалась в метро. Целовалась в метро. И видела бы мама, как ты целовалась в метро. Энциклопедия успеха, эротический ток. Она морпеха, ради смеха валит с гадом между ног. А дома плюшевые мишки, кошки, плюшки и вишневый сок. Ах, и видела бы мама, как ты целовалась в метро. Не видела бы мама, как ты целовалась в метро. Она на самом деле в ожидании смычка. Она любого заводит с полуслова, с полутычка. Она на черное не ставит, знает, выпадет зеро. Она играет, но не давит, ходит с карты таро. Не видела бы мама, как ты целовалась в метро. Ах, не видела бы мама, как ты целовалась в метро. Не видела бы мама, как ты целовалась в метро. Себастьян Бах говорил, нет ничего постыдного, если два произведения подряд на вашем виниловом диске идут в одной тональности. Поэтому тональность сохраняется, соль мажор. Сейчас, девушка, не роняйте самое ценное. Это Бах услышал и рухнул просто. Вот. И сейчас мы исполним песню, автором которой,
нечастый случай в нашей пчелиной практике, автором которой является наш музыкант нашей группы, сам по себе автор прекрасных песен, Евгений Сгодов. Это его произведение, да. Его произведение. У тебя группа поддержки, у тебя фанатки. Вот. Ждали. Специально просидели весь концерт. Но петь эту песню буду я. Он еще споет сегодня. Песня Женькина, и называется она «Будет как хочешь». Своих гениальных идей я иду домой, а дома футбольное поле и нет никого. Пока ты спала, я сделал этот мир чуть светлей и добрей. Иди ко мне, иди скорей. Будет как хочешь и будет как любишь, и звери как звери, люди как люди, а я уже начал по пустякам растрачивать волшебство. И будет как хочешь и будет как любишь, и ты этот день никогда не забудешь, а мне станет легче уже от того, что ты рядом со мной. Я встречу тебя в костюме Адама, сладкий, как чупа-чупс. И если ты вдруг не умеешь летать, я научу. Стаканчик мартини, теплая ванна, не бойся, лети. Это просто и славно, когда станешь падать, кричи, я тебя подхвачу. И будет как хочешь, и будет как любишь, и звери как звери, и люди как люди, а я уже начал по пустякам растрачивать волшебство. И будет как хочешь, и будет как любишь, и ты этот день никогда не забудешь, а мне станет легче уже от того, что ты рядом со мной. Звери как звери, люди как люди, а я уже начал по пустякам растрачивать волшебство. И будет как хочешь, и будет как любишь, и ты этот день никогда не забудешь, а мне станет легче уже от того, что ты рядом со мной, рядом со мной. Дай, zwei, drei, vier! Сейчас сыграем с первого альбома одну вещь про двух фриков. Если кто-то из вас видел фильм, который снимал Джим Джармуш в течение лет 15-14, то ли пленки не было, то ли... Тому назад? Вдохновение, да. Ну, снимал, и там есть мизансцена, миниатюра.
где Том Вейтс и Игги Поп встречаются в кофейне и выясняют, кто из них круче, как музыкант. Бессмысленное занятие, потому что это не спорт и не прыжки с шестом в высоту. Песня называется, как и фильм, «Кофе и сигареты». И на самом деле импульсом к созданию этой песни явилась цитата из Джима Джармуша, который однажды сказал, что Земля есть проводник акустического резонанса. Ну и мое инженерное прошлое не оставило меня равнодушным к этой фразе, и появилась песня «Кофе и сигареты». Два фрика повстречались в придорожном кафе, вполне себе держались, хоть и были под шофе, и долго изучали прейскурант, молчали, заскучали, заказали для беседы, ждали, ждали, мрачно ждали кофе и сигареты. Кофе и сигареты. Один другому нес, как брату, что Джим Джармуш полный бред, что в музыкальных автоматах его музыки нет. И он ушел, но не поверил тот второй, умерил пыл, пошел, проверил, обнаружил, а его что тоже нет. Вот это кофе и сигареты. Кофе и сигареты. Санчо и Панса. Джим Джармуш был прав, Земля проводник акустического резонанса, и без учета аромата трав, кофе и сигареты. Признаться, тема не моя, я не смотрю кино, где снялись все, кроме меня. Я снялся с якоря давно, и лично я предпочитаю, убытков не считая и не причитая вслух, раскрашивать рассветы пыли кофе и сигареты. Кофе и сигареты. Кофе с коньяком и сигареты. И сигареты, кофе и сигареты, кофе и сигареты. Простите, и сигареты, кофе и сигареты. Джим Джармуш был прав. Сейчас сыграем одну-две песни с нашего нового готовящегося альбома, название его рабочее. Мы движемся к финалу, поэтому скоро вы будете уже изучать самоварастроение. Иной ассортимент этого магазина. Вот. Мы готовим к записи новый альбом. Первые два вот мне напоминают, да, что у вас их нет пока. Судя по тому, что они есть в магазине «Дом культуры». Это последний уже практически. Вот, практически последний на самом деле. Да, тиражи, конечно, крохотные, и все в основном скачивают. Вы, кстати, не стесняйтесь скачивать, и особенно ваши правнуки и там нарождающиеся с новое поколение, потому что, кроме всего прочего, это однажды нас сильно поддержит в записи следующего и следующего альбома.
Сейчас мы сыграем одну-две вещи с нового альбома, который мы готовим. Его рабочее название — «Деревенский альбом». «Жизнь вдали от мегаполиса», конечно, накладывает отпечаток. И как великолепно и гениально спел Майк Науменко: «Я дитя природы, но мне больше по нраву урбанистический вид». Это, конечно, про меня, потому что два года прожив добровольно, уехав из Москвы в Калужской губернии, я все-таки вернулся на зиму в родной город. Вот, и понимаю, что, ну, вот сейчас поеду в деревню, ну, там, в лес жить. А, ну, и там пишутся песни разные. Одна из них сейчас прозвучит, хотя, правда, она написана в 89-м году, но не имеет отношения, выйдет она на деревенском альбоме. Песня носит название «Гончарный круг». Гончарный круг, слуга крепких рук, шатун и болтун, хвостун и трепло. Гончарный круг, мой хозяин и друг, будем вертеть, покуда тепло. Рыжее зарево, сотный восток, старый станок еще пашет, как бог. Хочется очень спешить, но куда? Будут кувшины и будет вода. Будут кувшины и будет вода. Утро расставит все по местам, что было обещано нам, будет нам. И глина послушно, податливо ждет. Будут кувшины и будет и мед. Будут кувшины и будет и мед. Гончарный круг, слуга крепких рук, шатун и болтун, хвостун и трепло. Гончарный круг, мой хозяин и друг, будем вертеть, покуда тепло. Пашет, пашет, как бог. Что толку молчать, как сырое бревно? Будут кувшины и будет вино. Будут кувшины и будет вино. Утро расставило все по местам, что было обещано, но будет нам. Были кувшины, а там все одно. Будет и мед, и вода, и вино. Будет и мед, и вода, и вино. Гончарный круг, слуга крепких рук, шатун и болтун, хвостун и трепло. Гончарный круг, мой хозяин и друг, будем вертеть, покуда тепло. Гончарный круг, слуга крепких рук, шатун и болтун, хвостун и трепло. Гончарный круг, мой хозяин и друг, будем вертеть, покуда тепло. Старое стихотворение, ему лет 30 уже, думал так. Крестьянская сексуальная тематика не дает покоя, поэтому следующая песня тоже из этой же корзины. Песня о вдохновенной селянке Маше, которая опрометчиво пошла через поле без сопровождения. А что случилось с ней, сейчас мы... к телефону кого-то. Баллада о Ване и Маше, так называется это произведение. Ваня
Ветер нес, 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 воду нес, нес и пролил дождь. Ветер нес, 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 воду нес, нес и пролил дождь. А куда он нес воду, разве поймешь? Солнце луч грел, грел, землю грел, грел и пророс морож. Солнце луч грел, грел, землю грел, грел и проросла рожь. А уж как нагрел землю, разве поймешь? Песни «Старые слезы», «Новые звезды лучше». Автор этой песни Евгений Изгодов. Он сегодня у нас и на дуде игрец. Поэтому сейчас он будет заспевать вслух, а мы будем аккомпанирующим составом «Новые звезды».
сегодня приду очень поздно. Я сегодня в делах, я сверлю в небе дырки, я шею новые звезды. Я сегодня в делах, я сверлю в небе дырки, я шею новые звезды. У меня есть помощников пять, главный врач из веселой больницы, подаривший сверло гражданин незнакомый, полковник и две медсестрицы. Подаривший сверло гражданин незнакомый, полковник и две медсестрицы. Мы повесим 11 звезд, и вторую луну мы приклеим. А зачем это нужно, ты спросишь меня, а затем, чтобы стало светлее. А зачем это нужно, ты спросишь меня, а затем, чтобы стало светлее. Сегодня приду очень поздно. Я сегодня в делах, я сверлю в небе дырки и вешаю новые звезды. Я сегодня в делах, я сверлю в небе дырки и вешаю новые звезды. Один рок-н-ролл или два рок-н-ролла? Два. По каждому. Полтора. Олег, пять. Нет. Один рок-н-ролл, один не рок-н-ролл. А, думаешь, так? Да, 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 да. Нет только рок-н-ролла. Нет. Ну, куда уж? Кто пляшет кто-нибудь? Нет? Так что все пляшут в душе. Когда начинают? Заканчивать уже пора. Нет, не надо сейчас. Понял. Что? Ничего не было. Мы сейчас сыграем ворованный рок-н-ролл группы «Оптимальный вариант». Авторы этого рок-н-ролла Гела Палич, мой хороший знакомый, он позволяет мне иногда подворовывать у него и исполнять эту песню в составе группы «Пчела Бэнд». Песня имеет дивную историю, я, по-моему, никогда не рассказывал, может, рассказывал раз 500, но это не имеет значения. В середине 90-х годов на группу «Оптимальный вариант» с разбега напоролись какие-то конкретные ребята с цепочками, такие, в пиджаках там малиновых, и сказали: пацаны, ну, мы из Подольска, сделайте какую-нибудь песню про Подольск, и у вас все будет в шоколаде. И я был в ужасе от этого предложения, а от него нельзя было отказываться, как вы понимаете, потому что цепочка вот, на человеке, который без шеи, вот, и голова-то у него так, чтобы туда есть. Вот, ну, золотая цепь на дубе топ. На дубе топ, золотая цепь, да. И я помню, как я мучился, я думал, что же написать про город Подольск. И, извините за подробности, стоя под душем, я вдруг понял, что будет такая песня. Я угоняю самолет Москва-Подольск. И когда я пропел кусочек... Когда я пропел этим пацанам, от которых не было спасу, я не знал, как от них отделаться, вот они сказали: ты чё, в натуре, мы же, в общем, мы же давно завязали с этими делами, а ты сейчас хочешь, чтобы мы тебе спонсировали такую песню? Нет. В общем, они поняли, что это безналёга полная, и нашли другую группу, сегодня очень известную, я не буду рассказывать, какая, она звучит на всех, даже на Красной площади в дни национальных праздников она играет, хорошая по-настоящему группа, вот, но мне не суждено было войти в мировой шоу-бизнес, а идея хорошая, я угоняю самолет Москва-Подольск, и вроде бросать не надо, но и... Со временем эта идея трансформировалась в песню «Скорый поезд Москва-Нью-Йорк, не прибудет срок». Скорый поезд Москва-Нью-Йорк, не прибудет срок.
поезд Москва, Нью-Йорк, не прибудет срок. На Нью-Йоркском вокзале в Москве качу, на московском Нью-Йорке шок. Скорый поезд Москва, Нью-Йорк, не прибудет срок. Госдепартамент и конгрессмены шлют протестную ногу в соль. Госдепартамент во всем чует измену и вертолетову соль. Люди в серых плащах из могучих спецслужб спешно меняют пароль. Выходит Госдепартамент, он напрасно старался, когда готовил крепсоль. Атлантический скорый мчит меж полей и земляничных полян. Атлантический скорый тащит сам по себе мимо цыган и селян. Кто-то в тамбуре курит, кто-то смотрит в окно, кто-то с пьяно разбирает сто кран. А мужчинист Василий бросил топку угля и пошел гудеть в огонь ресторан. В Нью-Йорке статуя свободы, она рожает смысл жизни. Уже отходят воды, но смысла не было и нет. Содержится за левый бок. Поезд из Москвы в Нью-Йорк не прибудет в срок, мой бог. Что делать статуи свободы? Что делать нам скорый поезд? Москва, Нью-Йорк не прибудет в срок. Скорый поезд, Москва, Нью-Йорк не прибудет в срок. Нью-Йоркском вокзале в Москве хочу, на московском в Нью-Йорке шок. Скорый поезд Москва, Нью-Йорк, уехал в город Торжок. Спасибо. Ну да, еще раз представлю участников этого веселого акустического бродячего цирка. Влад Зайчиков на кахоне. Евгений Изгодов на всем, на чем можно и нельзя. Денис Кагарлицкий, бас-гитара. Меня зовут Олег Челап. Спасибо вам всем, спасибо вам, магазину «Дом культуры». Со всеми наступающими вас праздниками, радости вслух. И мы сейчас сыграем, чтобы не мотаться туда-сюда на бис, потому что классик говорил, не уходи со сцены, не позовут на бис. Поэтому мы имитируем, сделайте нам бис, и мы сыграем. Это старая пчелиная песня, она носит название «Посох». Тональность у нас ля мажор для начала. Вот, бери козу, козу бери. А потом бери. Ну, просто обычно мы играем это с Денисом Шильниковым, он сегодня болен, как я уже сказал. Вот, просто это классическая схема возвращения музыканта после концерта через сутки, и на вопрос уже ко всему привыкшей жены, ну, в этот-то раз, ну как? И ответ всегда следовал один и тот же. Ну, это у всех музыкантов, я это знаю. Я мог прийти на сутки раньше, но посох продолжался всю ночь. И вот это вот неумение, нежелание, это постоянное, по домам. Потом светало, потом сверкалось, посошну и по домам. И песня так и называется «Посох». Мы отыграли свой концерт, и все засобирались домой. Мой друг без злого умысла хотел уйти с чужой женой. А мы устали, как собаки, мы валились с ног. Но Бахус предложил нам помочь, и мы сказали по чуть-чуть, однако посох продолжался всю ночь. Вскоре без предупреждения случился день рождения жены. В числе гостей пришли герои ПП Первой мировой войны. Они набрали со царя и горцевали на столе, а кое-кто был на девчонок охоч. И нетрудно догадаться, что посох продолжался всю ночь. Посох мой, мое
свобода, сердцевина бытия. Это истина народа, это истина моя. Я и он, она, вместе целая страна. Каждый каждому дружок, выйдем все на пассажок. Джон Леннон голова, но в одном он был неправ. За что однажды лишился водительских прав? Он брал за горло кока-кол и ею разбавлял весь скотч. Потом валился за руль, а такой посох продолжался всю ночь. Мы отыграем свой концерт и все снова соберутся домой. Станем как собаки, не будет чуять ног. Но Баху снова предложит помочь. И лишь на утро обнаружится, что посох продолжался всю ночь. Посох продолжался всю ночь. Посох продолжался всю ночь. Посох продолжался, продолжался всю ночь. Посох продолжался, продолжался всю ночь. В России каждый третий знает, посох продолжался всю ночь. Я мог пойти на сутки раньше, просто посох продолжался всю ночь. Спасибо. Спасибо, мы называемся Пчела Бэнд. Радости вам слух и процветайте. Спасибо.